делала прически, мои ногти, не красила губы. Может, я пойду к моей подружке Аделине, и она мне сделает. Она же парикмахером работает. Здравствуй. Здравствуй. Как тебе сегодня записаться? Здравствуй, дорогая, ты можешь 2 часа. А мне что, ждать? Да. Сейчас еще раз здравствуй, кто прийти уже. О, здравствуй. Здравствуй. Куда мне присаживаться? Подождите. Сейчас мы будем тут готовы, потом. Мне здесь телефон расплачены, мне нужны здесь карты. Можете карту сделать? А мне должны в эту кнопку нужно. А ты должна вот так вот карту, вот так, брать, вот эта вот специальная карта, ты должна так ее сувать, и там есть видео. Идемте, сейчас я покажу карту. Идемте. Тут. Ну подожди, ты должна тут подождать. Можно твой телефон? А можно? Я там раскладываю. Да. А можно мне, пожалуйста, вот, цепочкой вот так вот? Вот так. А я бачу меня. Подождите, а я просто иду на дискотеку, хочу быть красивой быть. А скоро я пойду тоже на мою работу. На работу. Вы хотите мокрые волосы, или кудряшные, или косичком, или большим косичком, или маленьким, или один хвостик, или один хвостик, косичку, или просто вот, волосы. Я знаю, как хотела, я хотела парис сэшьян, как там говорят, Порасчесывать, потом я хочу, чтобы ты мне сделала вон те вот разноцветные. Не там. Сейчас. Подождите. Вы должны ждать, когда это будет. Когда я буду лизинку. А я кидаю, что подка инцерты таски, подка има бац. Вы хотите кудряшные, а что, или хотите просто косички, или хотите просто мокрые волосы, или просто вот какие, ну вон те, они попозже стирают косички. И как раз и хотела сказать, вон те разноцветные. Все, я его сделаю прическу и мне. Ну, а теперь нужно... А мне теперь нужно косметику делать. Как же без косметики? Ну, подождите, должны челку расчесать. Все. Пожалуйста, можно вы мне сделать... Какие хотите помады?
квартире, это моя работа. Иди. Мама, почему ты просто на телефон? Здравствуй, подруга. Ты что, хочешь в мой салон? Да. А, кстати, ты знаешь, у меня здесь один клиент. На 3 часа можешь прийти. Вот здесь еще один клиент, и можешь прийти. Вот здесь вот очередь. Ну, ладно, скоро приду. Хочешь ко мне домой прийти, чай будем пить? Да. А у вас там есть малыши? Конечно. Ну, собаки, кошки. Ну, а малышка... Эмиль будет парикмахером. И я иду. Здравствуй. Здравствуй. Садись. А вот тебе что надо? Вот у меня есть вот все, то, что захочешь, сделаю. Мокрые волосы, могу немножко здесь помыть волосы. Сделаем макияж. Но сначала мы сделаем твою причесочку. Растешим волосы. Я сейчас так булку буду стричь. Ну, вот так сделаю. И возьму ножницы, и так буду стричь. Ну ладно, вот. Сейчас. Да. Попробую немножко твои волосы. Волосы. Нет. Почему? Потому что я помыла с утра. Да, но здесь тоже, здесь нужно тоже помыть, чтобы пофинить и там это прически сделать, а то так не пойдет. Нет. Не надо мне уже. Ты знаешь, у меня вообще ванны нет. У меня ванны нету. Ты не будешь раздеваться из них. У меня так есть такой маленький душ, там садишься и вот так волосы. Нет, не надо. Да, моя мама сказала, что не надо. Ну, ладно, тогда просто посмотрю. Тебе косички? Нет. А тебе что? Какая прическа вообще? Не надо мне прическу, я сама мне прическу сделаю. Я буду макияж делать. А у меня есть фиолетовая помада. Это новая. Хочешь такую? Да. Давай я еще тебе... Здесь у меня был этот фен. Фен сейчас. И сначала нужно... Да, подожди. Вот это. Будет мягче. Подожди. Не шевели. Давай еще вот это вот сделаем. А теперь вот это вот, вот это вот. А ты чего тут? Да, так. А я тебе сделаю. Пожалуйста, вот так. А теперь... Здравствуйте, я парикмахер. Так. Как ты мне аккуратно не красишь? Ну, что, не хочешь лайки? Нет. С ней можно. Если хочешь лаки, тогда да. Не хочешь лаки? Подожди. А 3 штуки это мало.
Три штуки — это мало. Ну ничего. Все. Сначала делаю самую маленькую. Ты аккуратный час, Анна. Анна, быть. Ясно. Хала бы двор часу зу маленькую ромаса. Я не хочу. А мы вот она бы вифига ты неаккуратно держишь. Она бы чего все урешну. Все не кру. А у ромаса я не хочу маникюр. Муродов, то, а, двордов, то оста. Остарочился. Хабы не даст, Аурама, я не хочу маникюр. Зачем из морду останавливаться? Ты в смысле аккуратный? Так я не могу. Очень хороший парикмахер. Мы уже все сделали на этом видео, все. И как раз у нас уже салон красоты закрыт.